Ну, как моя рука, нормально, да? Да. Ну, это что за лох? А, бля, я себе кожу опалил. Из-за того, что он маленький, это крайне неудобно. Юбери, сколько лайков надо поставить, чтобы реванш был? 300 лайков минимум. 300 лайков? Всем привет и добро пожаловать на канал MoxOn. Сегодня мы снимаем третью часть по стопам Виктора Буда. Собрались мы сегодня втроем. Миха и еще один новый человек, Артем. В сегодняшнем видео мы будем ломать 3 миллиметра. Гвозди 100 миллиметров, 150 и 200. Выбираемся на рандом. 36 карт, 54 и 90. И книги. 300, сколько там? 450 листов, 300 и 160. Выбираем на рандом с помощью вот таких вот бумажек. Без времени, без ничего, просто наказание будет, может быть. Будет. Ну ладно, без наказания. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, погоди, кто за что? Давай, ты за карты, ты за гвозди, я за книги. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Ты за гвозди, да? Гвозди первые. Кто Он выиграл, гвозди первые. Давай с тобой. Раз, два, три. Раз, два, три. Книги вторые твои. Что это первое? Самолёгка в конце. Да? Да. Мы карты не порвем. Не факт, самолёт, когда мы их реально не порвем. Кому 90 выпадет, то... Так, начинаем с гвоздей. Так, первый выбирает Артём, потому что он выиграл. Я второй, и Миха третий получается. Ну, ты все равно ничего не видно, поэтому любую. А, я сразу открываю? Да, открывай. Да, открывай. Давай. Сколько? Твою ты мать! Я хотел... Тебя что? Бля, я так и знал! У меня 150. Это же, ну, это... 200 миллиметров, вот самый большой? Самый большой, а мне самый маленький, нахуй. Не знаю, что, зубами не обмыться? А есть тиски, блядь? Ну, как моя рука, нормально, да? Да. Че, без времени, да? На счет три. Раз, два, три. Опа. Блядь, уже все. Можешь через колено. Не смеши меня, это тяжело. Он сейчас жопой научится ссать. Ты чё, я вспотел? Давай я только серьезные вещи ему говорить, пока он меня... Знаешь, волну? Я волновал. Все, я сейчас рожать буду. Куда мне музыку вставлять здесь везде нормальный момент? А друзья, что пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Хуеть. Нормально, нормально. О, теперь. Да нихуя! Он из него рогами вылетел. Аж слюни полетели с рта. Тебе надо его разогнуть. Чтобы легче было, короче, в карман вот сюда телефон кладешь и на нем давишь. Ты меня обманываешь? Или ты мне врешь? Или ты мне нагло пиздишь? Че, 150 лайков, зовем Артема и снимаем реванш. Ну так, там три типа, которые у меня на канале постоянно. О, я так легко гнул, бля, я был вообще слабаки. Я четвертый. Я там локомотив гнул, бля. У матери он в животе там гнет, нахуй. Свою линию. Ты его вот так, об колено типа... Да я попробовал. Я колено сломаю. Я колено, блядь. Меня чашечка вот так вылетит. Откроется чисто. Ноге больше больно, чем гвоздю. У тебя просто все жизненно неважные органы высыпятся нахер. Горячая тварь. Я не понял сначала.
Я вообще, когда первый раз потрогал, я так орал здесь стоял. Бля, я бы руку пожал нахуй, кто это делал. Бля, я себе кожу опалил. Я бы сказал, что это невозможно. Все. Первый бой. Вызывайте скорую. Все, я готов. Блин, нормально, кстати. Как впечатление? Говно, если честно. Пару комментариев, да? Не-не, на моем канале, надо говорить, вообще не устал. Херня полная. Вообще, херня полная. Вообще, я как бы только проснулся, 20 минут назад сюда пришел, как бы вот гвоздь поломал. Вот думаю, сейчас пойти еще 400-ку сломать, потом их двоих сломаю. Все как бы, как-то так. Че, все, 150, моя очередь. Маленький, как неудобно. Ой, сегодня сразу горячий. Бежать собрался, да, куда? Блин, из-за того, что он маленький, это крайне неудобно. Вот это поворот! Давай, давай, давай. Слабо. Мне слабало. О, кстати, минут 5, наверное, стоп. Нет, 2.5. Как его теперь? Мне тоже не тяжело, тоже ни капельки не устал, в принципе. Просто сегодня это, рельсы ломал. Локомотив. Да. Я на постраховке так был рядом. Пару шпал сломал. Вот оно. Чем занимается? Не отпускают все, и ты не отпускаешь. Не отпускают. Нет. На доверие. Что вы замолчали-то? Сейчас мне скучно вам. Да мы вдвоем сдохли, сейчас говорю. Ну, точнее, не устали ни хера. Попробуй об жопу, как я. Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блять, как швейцарские часы. Там мягко, там нормально. Там надо понимать, как делать. Вот это еще может быть, но вот это вот вообще, я не знаю, если мне попадется, я сразу говорю. А вот я надеюсь, не черненькая попадется, как я отношу. Вот черненькую я бы хотел. Оу май! Я знал это. Расист. А что у меня все бывшие белые? Надо их сейчас поменять. Не разгибает. Да тут вообще нет. Короче, все надо. Нет? Сейчас я ему коня добавлю. Что за лох? Чмошник. Палец. Один палец помечает. Дери. Твою мать. Я просто себе кожу сюда купил. Тебя девушка не поймет. Все. Там видосы хотел. Опа. Сломал? Понимаете? Я порезал себе кожу. Смотри, он отскочил, когда сломался и разрезал мне коленку. Смотри, он разрезал мне коленку. Нет, брат Иван. Понапридумал, бумага с салфетками.
Что, давайте книгу? Первый синий. Саму жесть вытянул. Опа! Я там не видел. Положи обратно. Триста страниц. А, блин, почти. Средний. Вот обрадовался. Да все, жопа. Саму жесть, да, ему? Да. Сколько там? 450? У меня 160. Ты убрали. Мне вообще сегодня по кайфу. Он четверил. Так, это твоя. Спасибо. Это твоя. Это моя. Давай. Ваня сейчас. Раз. Нигера, да это невозможно, я думаю. Нет. Что она хрустанула и все. Ты кости мы. Может, ты глина хрустанула? Возможно, это мои кости. Которые бы за нее. Я пошел делать. Согнул я нахуй, поломал. Это такая же хуйня, кстати. Порвать не порвал, но плюс поломал. Три ебана руки. Блин, когда книги хожу, мне прям рвать надо. Ой, это. Ой, книги хожу рвать надо. Я когда хожу, книги рву, мне прям ходить надо. Запутался. Пальцы болят уже, блядь, просто вообще до невозможности. Вообще. Блядь, уже... как я хуй за чё вообще. Просто мятая книга, интересная, наверное. Опять прах бабки сыпется. Да я же верно тебя ненавижу. А я ненавижу. Ежедневники. Она мне сбоку уже сама, я всё, короче. Пахнет книгой. Да ну нахуй! Сдох я его обхватывать не могу. У меня сейчас сосуд лопнет, я буду всю жизнь ходить дули этим воробьям показывать. Эти игру какая-то книга жесткая вообще. Все, народ, это просто книги подшили. Воробьем очень просто, ну вообще легко, как бы, да. Ты выебай. Артиллерия побольше будет. Да, блядь, попробуй тигра порвать. Попробуй такое, сломай, ёпта. Я книгу просто пополам, блядь, могу сложить нахуй, но я не могу порвать. Ну вообще, вот, я тебе говорю, ну просто ради интереса, я одну обложку, ее невозможно порвать. Я вот так и вот здесь, а ты вот так и вот здесь. А. Мы ее ломаем. Что ты делаешь? Что это? Сидишь вот так читаешь? Я сидеть вот так читаю. Ну-ка, давай. Давай. Сейчас контент будет. Давай. Они хотят, чтобы я ее один порвал. У вас 150 страниц. Я начну с рваной части. Нихуя! Кое-как. Тупые качки. Давай вдвоем. Не, подожди. Держи. Давай. Ну! Пиздец, мы порвали. Нормально, да? Нам еще и в библиотеку возвращать. Такой, пропродам кусок книги. Вторую часть ударом. Как в рекламе Твикс за левую или правую сторону. Прикинь, книгу прочитай тогда пополам чисто. Сначала одну часть, потом вторую часть книги. Там этом тип только родился, в сторону переворачиваешь, его уже убили. Смотри, пиздец, я подрал к себе бочку. Потому что ты целый ублюдок тот раз стерли. Там же. Какой же ты ублюдок, боже, совсем уничтожить. Сейчас он до дома не дойдет, да? Все, вырубай камеру. Че, карты выбираем? Че, пройди. 36, 54, 90. Давайте. Дяги. Может, 36 поправить. Сейчас просто 90. Только нет. Пиздец, нахуй ты каркаешь. Пожалуйста, 36. 36.
54. Мне было на плотник, ну да ладно. Я и так больной висел. Где что? Вот 90, вот 54, вот 36. Так, ну сразу я первый. Так они же толще, чем книга. Блин, они скользкие. А, у меня 54, 54 взял, мне сюда тяжело. Ну да. 54 карты. Я даже и пытаться не хочу, вот поверь. У меня еще тут кожа разорвана. Блять, это не порвал. Подпрыгнул. Они мучают, но не мучают. Сразу зимний вот так. Я как-то не пытался. Да не, они не идут. Они вообще не идут. Даже у меня уже все силы нет. Понял, не могу решить. Все, пошло. Нет, тут минус рука, тут минус рука, тут минус два колена, и тут еще бочину немного помял. Я, в принципе, нормально, как всегда, не устал. Да, я вообще не устал, я сейчас еще приду, гвоздей поем. Вот, его точно шурупчиком. Развалилось, не влезу. Ну все, спасибо за просмотр, собираем 150 лайков и снимаем реванш. 150 пойдет? Выбери, сколько лайков надо поставить, чтобы реванш был. Также берем 150. Не, давайте, наверное, гвозди возьмем 150, 200 и 300. Вот так возьмем. Да. Сколько лайков? Я 300 буду ломать. 300 лайков. 300 лайков? Да. Ну, вы услышали. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.